Работу следователя уголовного розыска, сотрудника ГИБДД, инспекции по делам несовершеннолетних и других подразделений выбрали более 500 ленинск-кузнечан. Полицейских с профессиональным праздником поздравили городские власти. Ваша работа по праву заслуживает почет и уважение. Борьба с преступностью – дело самых решительных, сильных духом самоотверженных людей. Вы выполняете важную ответственную миссию. Стоите на защите правопорядка наших городов. Поздравляю вас и желаю вам здоровья, благополучия, процветания, профессионального роста, добра и мирного неба над нашим общим домом. Сотрудники межмуниципального отдела были отмечены почетными грамотами администрации города за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие результаты в работе. 45 сотрудникам вручены награды Главного управления МВД области, медали за отличие в службе 1, 2 и 3 степеней. Среди награжденных и те, кому присвоены специальные звания, а вместе с ним и новые погоны. Особые слова благодарности ветеранам службы, с которых стоит брать пример. Присутствующие здесь в зале – это не случайные люди, которые пришли в полицию, а все несут службу с гордостью. Все времена службы в милиции, в полиции, они всегда были нелегкими. И в настоящее время, да, в связи с прохождением специальной операции, ну, никогда не было легко и не будет. Наш межмуниципальный отдел всегда славится до сих пор раскрытиями горячих, резонансных преступлений. Мы всегда были на передовой, всегда были оценены главным управлением Министерства внутренних дел сотнями наград. Я думаю, дальше будем продолжать. Сотни награжденных, а это значит, что в работе сотрудников полиции были и есть результаты. Все отделы и подразделения работали на то, чтобы был порядок в каждом районе, а значит и в городе в целом. В полиции работаю с 2002 года, стаж работы 21 год, 20 лет сознательной жизни работы в правоохранительных органах отдано службе дознания. На протяжении последнего года занимаю должность начальника штаба. Основная обязанность – анализ, планирование и контроль. Подразделение занимается выработкой определенных мероприятий для улучшения качества работы всех служб и подразделений МВД для обеспечения правопорядка на территории города Ленинск-Кузнецкого. Хочется пожелать терпения, самое главное – здоровья, семейного благополучия, чтобы дома всегда вас ждали близкие, родные люди. По традиции, в День полиции не только празднуют, но и скорбят по коллегам, погибшим при исполнении служебного долга. Их память почтили минутой молчания.